Итак, народус, всем привет! Сегодня пришел на распаковочку телефон Nokia N76. Этот телефон ранее у меня уже был на распаковке когда-то. И вот снова заказали. Сейчас посмотрим, чего у нас там пришло. Потому что заказывал у другого поставщика. Ну, собственно, хочется посмотреть на добросовестность человека, что он нам тут прислал. Он тут прислал все в оригинальной коробке, конечно же. Сам телефон, диск, зарядка и наушники. Только вот что-то я тут не вижу. И мы, ну ладно. А, вот он здесь. Хорошо. Так, email здесь лежит. Все в порядке. Вот сам телефончик, конечно, выглядит. Отлично выглядит. Вот такой вот аппаратик у нас красивенький, да, хороший. У нас в разложенном состоянии у этого аппарата два экрана, один основной экран и один маленький экран для уведомлений. Он, кстати, тоже цветной. Это переключение для плеера. Так, у нас со вспышечкой идет камера. Сейчас мы попробуем включить. Так, ну для начала надо посмотреть. А как же его открывать-то? А, вот. Так, потому что тут заклеивают батарейку. Просто, чтобы он по дороге случайно не включился. Так, сейчас мы это все дело снимем. Вот так вот. Поставим на место. Все. Телефон готов к запуску. Сейчас мы его включим. Ну, телефончик включился. Так, я тут немножко яблоко грызу. Наверх не могу, не смешаю. Не сочтите за неуважение. Просто я жрать хочу. Только домой попал. Как видите, вот экранчик цветной, как я и говорил. Здесь, правда, на камере немного засвечивает, это непонятно, но вживую все выглядит лучше. Вот, ну и вот, конечно, основной экранчик. Так, язык выставить. О, клавиатурка класс, синим светится. Ё-моё. Классно. Да, хороший аппаратик, хоть и старенький, но в принципе сейчас и аналоги такого плана раскладушки тут продаются не дешевле, сейчас по те же самые характеристики, фактически не особо там камера отличается, но 2, 2,5, 3 тысячи я видел. Так, персонал, explain to us, language, автоматик, русский язык, окей. Сейчас перезагрузится и будет у нас русский язык. Угу. Так, у меня девайс уже пирикает. Заряд батарейки садится. Поэтому видео сейчас может в любой момент оборваться. Но я постараюсь снять гораздо быстрее. Так, все, русский язык у нас есть. Все нормально. Нормально, что прикольно. Интересно. Круто. Так, а камера у нас как запускается? Вот, даже отдельная кнопка на камеру. Да, запускается длительным нажатием. Запускается камера. Так, вот так вот у нас все это дело выглядит. Вот так вот снимать надо, наверное. Потому что все перевернуто получается. Ладно, выходим. Камера работает, все в порядке. В общем, отличный телефончик пришел. Сборка отличная, корпус хороший, выглядит ярко, красиво. Вообще, замечательно выглядит, вообще. Классно. Вот такая вот у нас штучка здесь появилась. Вот. Часики. Мы закрываем. Это рабочий стол тоже был. Здесь можно плеер включать отсюда.
очень круто. Классный телефон. Все, всем спасибо, пока.